Всем привет, дорогие мои друзья! И не успела отгреметь толкучка в овертайме, как Rockstar приготовили нам новое противоборство. Жажда власти, мать ее! Кстати, я недавно книгу читал «Жажда власти» Тармышева. Кто знает, кто такой Тармышев, ставьте лайк и пишите в комментариях. Так, ребят, не об этом речь. Дело в том, что я приглашаю всех, кого вижу. И давайте почитаем. В бизнесе, как и в боевых видах спорта, быть на вершине – это все, что нам нужно. Соревнуйтесь с другими командами, чтобы захватить жизненно важное усиление. Тот, кто захватит, первым превратится в джаггернаута, мощную бронированную машину смерти. Ну, это мы знаем, что такое. А вообще, ребята, конечно, очень интересно все это выглядит. Я с удовольствием посмотрю и с удовольствием поиграю. И мы посмотрим. Я первый раз, ребят, зашел. Я не знаю, что это такое. Я не играл. То есть, все у нас будет впервые. Так же, как это. И опять кто-нибудь мне напишет. Да ты не читаешь описание. Блин, не знаешь, что делать. Ребят, скажу вам то, что говорят все летсплейщики обычно. Это очень простая истина, ребята. То, что снимать и играть – это разные вещи. Это очень разные вещи. Когда ты просто играешь, ты внимателен, ты читаешь, ты все видишь. Когда ты снимаешь видео и комментируешь все это, ты отвлекаешься очень часто. Так, что это за... 2 на 2, что ли? Ха, розовая команда. Блин, ну это 2 на 2, это не очень весело, наверное. Лучше, когда хотя бы, я не знаю, 4 на 4. Или сколько там всего игроков, может быть. Да, розовая команда, мать. Ну, давайте узнаем, что это такое. Наверное, стрелять придется, я так понимаю. Да. Ох, как мне сейчас напоминает все это дело, коллекторы. Ах, ладно, давай посмотрим. Так, бежим, 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 бежим. Так, ох ты. А, 4 команды, блин. 4 команды, ёп. Ладно, возвращаемся, возвращаемся. Так. Так, убиваем джаггернаута, мать его. Давай, падла. Ха-ха-ха-ха-ха. Нормально. Так, кто у нас где? Там зеленый где-то бежит. Ой, блин. Слушайте, это как-то слишком быстро все. Я не успеваю сориентироваться. Мне нужно время, чтобы адаптироваться. Очень маленькое расстояние, очень, так сказать... Так, ладно, давайте сбегаем. Вот там кто-то... А, это... Этих, как его? Блин, забыл, альтруисты, мать их. Уй, Так, что-то я не очень понял, что здесь. Так. Вали его нахер, вали. Ой, блин! А, слушайте, это очень быстро все. Это все очень быстро. Я не успеваю реально сориентироваться. Вот очень быстро все это происходит. Не видно ни хера еще вдобавок. Вы откуда стреляете-то? Блять. Знаете, что мне это напоминает по скорости? По скорости мне это напоминает, как там было, то, что с возрождением своего друга. То, что когда там друга, забыл, как называется противоборство, там, где надо друга своего возрождать. Если кого-то ты убиваешь, то ты возрождаешь своего друга. Так, он где-то там, да, я так понимаю. Надо в башню стрелять. Мочи его, мочи его. Во, ну, неплохо. Так, куда ты пошел, сука? Ой, блин. Охренеть. Так, помощь в убийстве. И еще кто-то бежит. Да что ж вы такие, блин? А! Ну куда против минигана? Куда ты попрешь против минигана? Это очевидно, по-моему. Так. А! Усиление подобрано. Оранжевая команда. Короче, оранжевая команда тут нас строго натягивает, я так понимаю. Давай, чувак, беги быстрее, а я прикрою, может быть, получится как-то. О, неужели? О, блин, как быстро-то. Вали его нахер. Так, кстати, а гранаты есть здесь вообще? Вот мне интересно. Есть здесь вообще какие-нибудь гранатки, чтобы можно было по это пострелять? Да, да что ты будешь делать? Я этого убью, а меня кто-то другой убивает. Ах, черт.
Так, есть граната-то, я не понял. Так, хорошо. Это тоже не наш. Блин, 4 команды, сколько надо было ставить по-другому. Надо было как-то, наверное, 2 на 2 пытаться ставить. Так, зеленый у нас. Короче же, оранжевые выиграют, я так понял. Вообще, всю эту игру. Давай, вали его нахер. Вали его. Козла этого. Валите джиггернаута, даже если вы... О, есть. Убийство из мести. Я буду хоть раз джиггернаутом-то. Ах, сука. Я ни разу, походу, им не буду. Ах, динамично, конечно. Но, ребята, оно того не стоит, опять же, хочу сказать. Так, 250 RP. Я хочу еще посмотреть, что по деньгам будет. О, наконец-то. Давай, вали их всех нахер. Так, где он тут? Я его что-то не вижу. О, кстати, быстро убивает. Но это было бы нечестно, если бы убивали не быстро. Ну, что в этом было бы хорошего, если бы очень быстро всех валили? Точнее, это, Джиггернаут валил быстро всех, а другие медленно. Блять. Сука. Сука. Так, погнали, чувак. Погнали. Вали его в бошку, главное, стрелять, да, я так понимаю. А, нет, нет, нет. Фу, блин. Пошли, пошли быстрее, чувак. Пошли, блядь. Ах, не дошел буквально чуть-чуть. Чуть-чуть не дошел, сука. А. Так, ладно. Мы, конечно, проиграем здесь, это факт. Уже проиграли, да? Ну, что поделать, ребят? Ну, что сказать? Да, это мне напомнило это. Я забыл, как называется, ребята. Напомните в комментариях мне, как называется противоборство, где воскрешаешь другого. Я забыл, честное слово. По деньгам пока непонятно. Давайте посмотрим второй раунд. Там у нас, я смотрю, кто-то вылетел уже. В общем-то, я не знаю, ребят, что там вообще получится. Ну, как сказать, очень быстро, очень быстро. Ну, прям вообще быстро. То есть, карта очень маленькая, убивается все быстро, бегается быстро. То есть, как вы понимаете, это, конечно, немного портит ощущение вот это вот. Куда ты пошел, ёпт? На, падла. На, падла. Так, кто там еще? Я меня сейчас грохнут. Я не вижу, где они там. Вообще не, понятия нет. Ну, я хоть пострелял все-таки. О, наш теперь получил или не наш? А, не, не наш. Чувак, я сзади. Помощь в убийстве. Причем помог-то я не своему чуваку. Я помог, походу, врагу своему. Давай, Джиггернаут, где ты, сука? На, падла. Прям... Ох ты, ни хрена себе. Не, ну, конечно, куда здесь, блин? Куда здесь? Ах, ребят, помните, как я бомбил насчет противоборства толкучка в овертайме? Помните? Я говорил, что оно не очень как-то. И потом я, конечно, извинился, я во втором видосе по толкучке сказал, что я разобрался, что у меня было плохое настроение. Но это, ребята, вот таких можно кучу наделать, вот честно. Вот таких можно кучу наделать вообще, вот таких противоборств. Это, по сути, взяли джиггернаута и взяли вот эту, как его там, есть такое противоборство, типа как-то точка захвата, что ли, называется. Или типа того. Где он там? Я его что-то не вижу. Вон там башка чья-то. А! Стоп. Блин. Чувак, ты, может, это, поучаствуешь немножечко? Ты там встал как-то совсем уж? Не классно. Ладно, давайте уж доиграем и все, в принципе. Я рад, что поставил мало раундов, мало вот этого всего. Потому что это неправильно. Вот так вот. А! Не, ну это очевидно было, конечно, в моем случае. Так, пошли. У нас, походу, вышел уже один чувак. На, падла. Блин, ни хрена там раздача идет. Я просто в шоке, ёп.
Ах, ну ладно, поиграем. У нас осталось, походу... А, не, вот он, мой чувак. Короче, оранжевые победили полностью. Победи полностью. Ты хочешь побеждать полностью? Так, короче, давайте еще до очков. Так, давай гранатку им туда. Я, правда, зря сейчас, наверное... Блин, вот чуть-чуть бы попозже взорвалась, было бы здорово. Так, ладно, пошлите. Опять я где-то появляюсь далеко. Так. Так, чё ты там стоишь, кидаешь-то? Не, ну я понимаю, что он кидает. Он хочет, наверное, джаггернаута как-то это... На. Я, может, докину, не знаю, до туда. Ах, не докинул. Блин, сука. А? Да, нехило. Так. Блин, нифига он раздает. Он, походу, с этого, с дробовиком, с автоматическим, да? Вроде как да. Ну, тут уже очевидно, кто победил. Тут уже можно, в принципе, не думать, что что-то изменится здесь. Так, все. Все, ребят. Ну, поражение так поражение. Вообще, знаете, что хочу сказать? Очень, конечно, динамично, но... Ну, ничего интересного. Ну, скажем так, динамично, но не, скажем так, не восхищает. Да, все это круто, конечно, все это весело, но, знаете, это противоборство можно, опять же, отнести к той пачке противоборств, которая вообще возможна, в принципе. Поэтому я поставлю дизлайк не из-за того, что мы проиграли, а просто из-за того, что это херня. Но посмотрите, при двух раундах под 30 тысяч получили. То есть тоже можно зарабатывать, в принципе, вполне. Так что, ребята, не знаю, что вам понравится, не понравится, но, конечно же, я выхожу, но вы можете играть, если вам понравилось. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, мнение о противоборстве пишите в комментариях. До новых встреч, всем пока!